наши девчонки, они действительно достойны, играют в Суперлиге второй сезон, поставлены большие задачи, появился хороший, мощный, не побоюсь этого слова, спонсор, усилили состав очень сильно. Конечно, надежды болельщиков должны оправдаться, потому что мотивация самая вот что ни на есть, супер. Это всегда прекрасно, когда команду любят, когда команду представляют, потому что, исходя из моего опыта, не везде есть такое. Обычно ты пришел в команду и все. А тут это всех представили, все показали. Было прекрасно, мне очень понравилось, очень красочно, красиво, цвета прям бомба. Внимание игрокам, от болельщиков и от прессы, и самое главное от руководства, это всегда приятно, что мы не безразличные, то есть на нас обращают внимание, нам предоставили хорошего спонсора. Конечно, я надеюсь, что мы не упадем лицом в грязь, будем пытаться как можно лучше играть и доставлять удовольствие нашим болельщикам, ну и самим себе хорошей игрой.